Эй, здорово! Только для подписчиков моего канала конкурс на 12 тысяч FIFA Points. С вас лайк, подписка на канал и в комментариях я участвую. Я с вами Влад Кабуса, и как в прошлом видеоролике я вам рассказывал то, что EA Sports захочет заработать на вас денежку, то они решили для вас сделать наборы за FIFA Points и рекордсменов. За монеты, заметьте, нету этих наборов. Так что, друзья, что нам придется делать? Нам придется открывать за FIFA Points. Все как обычно происходит у EA Sports. Если вам нужна накрутка FIFA Points, либо монет по очень доступным ценам, вы можете обращаться ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. Но мы пока что будем открывать эти наборы и посмотрим, что же нам сегодня выпадет. Кстати, можем заметить то, что здесь вероятность 10% то, что мы получим игрока рекордсменом. Конечно, было бы неплохо, чтобы нам выпал игрок мастер. Это было бы на все 100. Давайте мы откроем первый набор за 1000 FIFA поинтов. И узнаем, что же здесь сейчас выпадет. Первый игрок 77, 76... Видимо, элитный игрок здесь уже вряд ли будет. Да. Первая 1000 FIFA Points ушла в никуда, в бездну. Итак, вероятность 25% то, что нам выпадет элитный игрок, либо игрок рекордсменов. 78 рейтинг, 71 сильва. Думаю, то, что уже вряд ли тоже будет игрок рекордсменов, так как рейтинг сильно высокий здесь выпадает. Да. Второй набор был также само отвратителен. Третий набор открываем, и здесь уже 40%. Здесь, кстати, будет возможность получить игрока рекордсмена, так как здесь 11 слотов. Интересно, приготовим себя. Уки! Неплохо, рейтинг 86. Интересно, кто же следующий? Сброс предложения рекордсмена. Вот, ну, вроде бы неплохо, вроде бы и так среднячок. Ну, один игрок выпадается. Рейтинг 86, голкипер. Конечно, неплохо это, но больше всего хотелось получить игрока мастером. Итак, мы начинаем заново. Начинаем с набора, там где 10% на шанс того, что нам выпадет элитный игрок, либо рекордсмен. Нет, 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 нет. Если Дембеле выпадет, будет шикарненько. Пожалуйста, Дембеле, сегодня выпади мне. Нет, ну совсем ни туда, ни сюда. 40% вероятность у нас. И, кстати, здесь есть возможность, что мы получим игрока рекордсмена, либо элитку. Пожалуйста, пожалуйста, тащи. Я пока что открываю на FIFA Points, и мне выпал всего лишь один игрок рекордсменов с рейтингом 86. Конечно, тут уже 60% вероятности то, что мне выпадет игрок рекордсмена. Я надеюсь, то, что эта вероятность на самом деле она, а не то, что это чисто так цифры, которые они написали, и тут ничего не будет. Но что-то мне кажется, то, что тут тоже ничего не будет. Да. Итак, последний набор, где гарантирован игрок рекордсменов. EA Sports, интересно, на этот раз что-то я получу достойное? На самом деле нервничаю. Так, ну, хочу, чтобы был какой-то достойный игрок, чтобы я вас порадовал. Дембеле выпадает! Yes. И сброс предложения рекордсмена. Интересно, нам дадут еще раз открыть? Обновить состав нажимаем. Блин, Дембеле получить с рейтингом 88, это вообще по кайфу. Ух. Вот этого не зря, Дембеле хотя бы получили. Рекордсмены, тащите сегодня. 70 рейтинг, 70. Кстати, здесь будет элитный игрок. 100% чувствую, чую. Казамиру. Карлос. Итак, идем дальше. 25% вероятности игрок рекордсменов. Давайте, давайте, есть спор, сегодня должны затащить. Сегодня должны много элитных топовых игроков получить. Кстати, тут тоже будет элитный игрок. И Дембеле снова выпадает. Два раза Дембеле выпадает. Вот так вот нужно, блин, вот так вот нужно. Два раза Дембеле выпадает. Стоит дохренище монет. Вау, 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 вау. Офигеть, две карточки Дембеле мне выпадают с рейтингом 88. Ух, потратил на это все 10 тысяч FIFA поинтов для того, чтобы мне всего лишь выпало 3 игрока рекордсмена в наборе. Я так считаю, это стоящие наборы, где выпадают достойные игроки. Друзья, если у вас есть возможность приобрести вот эти вот наборы, то думаю, то, что вам стоит. Только приобретайте их тогда, когда у вас есть возможность получить ровно 5 набора. 5 набора там гарантированно у вас будет игрок рекордсмена, да и во втором, в третьем наборе чаще всего выпадает еще игрок рекордсмена, так что вы будете как ни крути в большом плюсе. Всем, друзья, хочу сказать большое спасибо за то, что вы подписаны на мой канал, ставьте здесь огромные лайкосики, да и пишите какие-то приятные комментарии. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста, и до скорых встреч, всем пока!